Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Как сейчас живет Анастасия Чуркина, первая жена журналиста Евгения Попова? Мало кто знает о том, что ныне популярный тележурналист, ведущий программы «60 минут» Евгений Попов был женат дважды. Первой его супругой стала Анастасия Чуркина, дочь известного российского дипломата Виталия Чуркина. Известно, что их семья просуществовала недолго, и в 2012 году они развелись. После развода с Евгением Поповым Анастасия продолжила заниматься своей журналистской деятельностью. В настоящее время она в основном проживает в Лондоне и довольно часто ездит по европейским странам для исполнения профессиональных поручений новостного телеканала Russia Today. Некоторое время она жила в Нью-Йорке. Предполагается, что причиной ее переезда стало то, что ее отец Виталий Чуркин в силу своих должностных обязанностей должен был постоянно пребывать в этом городе. Вот дочь и переехала к отцу поближе, однако данная версия неофициальная. В 2014 году трудовая деятельность Анастасии была осложнена тем, что американские журналисты начали оказывать на девушку прессинг на почве ее родственных связей с Виталием Чуркиным. Мол, она имеет возможность легко добираться до высокопоставленных лиц с помощью своего отца. Однако подобные нападки были пресечены ее отцом. Он указал на то, что считает дочь большим профессионалом своего дела, который никогда не смешивает рабочие моменты с семьей и уж тем более не пользуется родственными связями для достижения успеха в карьере. Сегодня Анастасия Чуркина по-прежнему не замужем, детей у нее нет. В браке с Евгением Поповым стать матерью она попросту не успела, а позже не появлялась такой возможности. Говоря о личной жизни Анастасии, стоит отметить, что она не пестрит пикантными подробностями. Все наоборот, очень скромно. Девушка была замужем всего один раз, а о ее романах после развода с Евгением Поповым общественности ничего не известно. А что на этот счет скажете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.